на горы. Он где-то там, Шрипханга и Чавлан. Поближе подойти. Да, плоховато. Ушла, что ли? Нет. Плоховато что-то. А вот этот кадр предыдущий. Предыдущий получше. Похоже, трясогузка. Трясогузка. Древесно. Но тоже ничего. Вон она, где-то сняла. Да, снимаю. Шанга National Park. В этом заповеднике это самый большой водопад. Тут несколько штук, и вот один самый большой. То ли цинк, то ли агама. Маленькая. Та же китайская цапля, только другая форма. Полосатая грудь. Белокрылая цапля. Они прям в рядочек идут. Фронтом наступают на эту площадку. Шрипханга National Park. Шабунгала. Где мы живем? Трехместно. На двоих. Это 600 рублей. Чудо, чудо, чудесное. Ну, ночная съемка. Ну, ночная съемка очень плохо получается. Давай я ближе стою. Только что давай ближе, я. Дальше свет должен быть. Давай я еще ближе. О, сейчас при вспышке хорошо получилось. Получилось? Ага. Теньки? Ну, один кадр получился. Ага. Стоп. Так, сейчас. Отлично. Нет, лайт. Пик. Замечательно. Thank you. Опа. Ночной я сейчас снимаю, начну. Оп. При вспышке хорошо получается. В которых соль для животных. В таких домиках соль. Для оленей и прочих.
крылья. Тушит крылышки. Видишь крылышки? А, крылья. Тушит крылышки. Видишь крылышки, Саша? Да, да. Вот сухий, сухий, сухий. Отряхивает. Это уже я снимаю баклана. Сушат крылья. Вот рыба плывет, баклан тут плавает. Прям идиллия, вон плавает Коленька. Ветры баклан. Рыбы меня испугались и ломанулись. А. Вон их сколько. И пошло, пошли, пошли. Вот они шныряют, шныряют. Кто в какую сторону? Теперь эти в эту поперли. Встретились. Сушат крылья, да? Да. Нет, так вам, конечно, интересно. Так называемый водопад. И рыбы там плавают большие. Ну какие большие рыбы в водопаде. Таким глазом. Крупня карпа. Карповая. Вода кишит рыбой. Какой-то карп.
другой водопад. Коленька, теперь я поражена силой, тот, который лупит, с которой лупит. По-моему, зеленый еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Чурки. Дай мне в камеру гляну. Дай мне в камеру глянуть. Ой. Питер Бендер.